Итак, сегодня я буду обклеивать МДФ-панель от моего дивана деревянным шпоном. Буду использовать клей ПВА. И для начала, наверное, нужно разметить наш шпон, чтобы он подходил к нашей панели. Начнем с этого. Так, у меня есть вот такой шпон, остатки, точнее, наверное. Так, накладываем нашу МДФ-панель и вымеряем, чтобы нам хватило шпона. Так, оставляем чуть больше места и отрезаем все обычным канцелярским ножом. Идеально. Так, эти кусочки нам еще пригодятся. Нам нужно выровнять стык нашего шпона. Так, у меня нет длинной линейки, чтобы это все выровнять, поэтому я воспользуюсь немножко другим способом. Я накладываю один шпон на другой приблизительно на сантиметр, с наклёстом в сантиметр, и малярный скотч я наклеиваю на стык наших шпонов. Для надежности, думаю, стоит еще немного проклеить поперек. Так, теперь возьмем что-нибудь длинное, желательно ровное. Это будет у нас вместо линейки. Теперь нам нужно прорезать сразу же два шпона на стыке. И в итоге у нас должно получиться идеально совмещенные две детали. Я надеюсь, я все делаю правильно. Так. Есть, прорезали. Скотч можно убирать. Проверяем, сходится ли наш шпон. Да, огромные дыры практически ушли. Теперь мы можем склеить между собой две наши части шпона, используя тот же малярный скотч. Так, теперь нам остается нанести клей ПВА. Причем мы наносим клей ПВА как на шпон, так и на нашу МДФ-панель. После нанесения немного подождем, чтобы клей немножко впитался в поверхность. Так, для шпона достаточно, пускай он пока впитывает клей, а мы перейдем к МДФ-панели. Что, он закончился? Достаточно, пускай клей пока впитывается, а мы включим утюг. Так, излишки клея, я думаю, стоит снять. Тут его предостаточно. Извините. Утюг нагрелся. Я думаю, можно приклеивать. Чтобы точно спозиционировать нашу МДФ-панель, мы опускаем ее на наш шпон. Thank you.
осталось сделать наши края. Так, проклейка у нас закончена, теперь мы переходим к шлифовке. Масло подсохло, так что на этом все. Можно ехать домой, устанавливать панель на место. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем ролике. Пока!